Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова все на проекте Родина Ролеплей, Центральный округ. Мне здесь Кирюха Полканов. Не забывайте вводить по ним по регистрации. Также можете вводить по промокод. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня мы будем продолжать изучать глобальное обновление, потому что много всего добавили, и в одном видосе, понятное дело, я не смог вам это все показать. Поэтому я снимаю отдельно про новые системы, видосы. Я думаю, вам это интересно, потому что отдельно все изучить, я думаю, будет лучше, чем показать все в одном видосе, потому что кому-то что-то одно интересно, кому-то другое, третье, десятое. Поэтому сегодня у нас тема видос именно новые системы для семьи. Сегодня я вам покажу новые системы, как они выглядят, что они себя представляют. Поэтому смотрите видос от начала до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Сейчас, получается, едем в семейной квартире, где находится. Хотя в них смысла нету, но давайте я вам покажу. Там вроде бы изменили интерьер, если я не ошибаюсь. Поэтому сейчас поедем посмотрим. Кстати, наконец-то для админов сделали такую вещь, то что когда ты проезжаешь на красный, ты не получаешь штраф, потому что этого реально не хватало. Вышло какое-то обновление, еще одно. Оно весит 1 гигабайт. И что-то, я так понял, пофиксили, добавили. Поэтому сейчас мы это все будем смотреть. Давайте зайдем в этот ЖК. Здесь, видите, у нас получается новый интерьер. Здесь у нас стоит security. Здравствуйте, молодая леди. Нам, пожалуйста, одну шикарную квартирку. Потом бордель нужен, стриптиз-клуб. Короче, пацаны и дамы, добавили, получается, новый интерьер. Здесь, я так понимаю, можно подняться с помощью лифта и с помощью ступенек. Это, кстати, хорошо, потому что не всегда есть такая возможность. Так, давайте, допустим, 11 этаж, да, вот. Замечательный, я считаю, просто шикарный интерьер, потому что, ну, выглядит, пацаны, это очень круто. Стоит квартиры, получается, 25 тысяч репутации, да? По-моему, раньше они стоили именно за деньги. По-моему, не за репутацию, а чисто за бабки их можно было купить. А сейчас, получается, решает репутация. А мы можем, допустим, там на крышу выйти? Нет, не можем. Здесь какой-то тупик у нас... Получается, мы выйти на крышу не можем. Так, а мы можем как-то интерьер посмотреть? Это мы зашли уже в квартиру, пацаны. Ебать, здесь просто места очень много. Прям реально шикарный интерьер, я считаю, прям очень красивый. Вот в плане интерьера вроде она просто ебет всех. И Радмир, и Амазинг, и все проекты просто, реально. Вот именно интерьеры вот эти новые, которые они делают, просто невъебенные просто. Очень красивые, проработанные, детализированные, просто реально, пацаны. Вот Родина в этом плане просто красавчики. Я всегда это говорил и буду говорить, то что по интерьерам просто лучше никого нету. Так, можно вот сюда зайти, здесь у нас есть комната. Можно вот так вот сесть, посидеть. Ну, немножко мы провалились в пуфик, но ничего страшного. Следующая комната, это у нас тоже такая же, в принципе, спальня. Так, здесь больше нету комнат. И вот здесь, я думаю, что должно быть интересно. Так, здесь у нас получается, наверное, самая основная комната, в которой, типа, все находятся. Вот еще здесь столики есть. Ну, реально шикарный просто интерьер. Согласитесь? Просто реально шикарный интерьер. Так, здесь у нас еще одна спальня есть. Семейные аптечки здесь можно брать. Ну, реально очень много комнат, очень красивый, большой интерьер. Поэтому реально красавчики просто. Мне очень сильно нравится. Так, вот здесь влияние можно посмотреть. Ну, то есть, сделали просто по красоте. Реально лучше никто не сделает, мне кажется, из проектов. Потому что, ну посмотрите просто на это, пацаны. Вот просто реально очень красиво сделали. Все реально красиво. И когда ты заходишь там в квартиру ту же самую, то есть, стиль повторяется. Следующее, что бы я хотел вам показать, это новые функции для семьи. Давайте пишем команду fpnew, управление семьей. Что добавили нового? Можно, получается, теперь указать дискорд семьи. То есть вы можете просто оставить ссылку, и люди по этой ссылке смогут заходить в дискорд семьи и, в принципе, легко его находить. Потом добавили, получается, установить спам семьи в своем доме. Добавили процент с депозита состава. То есть с этого процента вам будут идти деньги с людей, которые состоят у вас в семье. И также есть настройка рангов. Давайте посмотрим все по порядку. Номер будет отображаться в описании семьи. Если вы не знаете, что такое Discord, то рекомендуем не указывать его номер. То есть вы сможете спокойно здесь указать ссылку на свой Discord, и потом игроки смогут спокойно заходить в этот Discord. Потом, что еще, пацаны, добавили? Добавили еще установить спам семьи в своем доме. Давайте я для этого специально куплю квартиру, мы это проверим. Все, я купил специально квартиру для этого. Нельзя установить спам в квартире. А, понял, пацаны, понял. В квартире, то есть мы не сможем этого сделать. Короче, как вы поняли, можно установить спам, но спам в квартире установить нельзя. Можно его установить только дома. А дома у меня, к сожалению, нету, поэтому я не могу вам этого показать. Давайте перейдем к другим функциям. Вот, настройки рангов, получается. Можно здесь сделать название. Допустим, там, не знаю, пацан, мужик, бывалый, не знаю, там, дядя, батя.
Ну, короче, вы поняли, я думаю. Я не знаю, зачем именно 10 рангов, типа, ну, смысл добавлять столько рангов. 10 рангов, мне кажется, это очень много. 5 рангов, мне кажется, заглоб бы хватило спокойно. Допустим, я вот сделал ранги, и как их настроить, типа, чтобы какие-то возможности были там и так далее. Вот это для меня непонятно вообще. Также можно вот сделать депозит, укажите процент, который будет идти в бюджет семьи. То есть люди, которые состоят, у них каждый, по идее, будут сниматься денежки, и эти денежки будут идти, получается, в общак семьи. Задумка, кстати, неплохая, потому что, я думаю, это нормально. То есть процент ставить, знаете, чуть-чуть люди понемножечку, то есть закидывали деньги в семью, чтобы ее развивать там и так далее. То есть эта функция, мне кажется, очень даже полезная. Но в целом, вроде бы как все я вам показал. То есть, по сути, семейную квартиру даже нету смысла покупать, потому что вы сможете спокойно купить себе дом и просто, как бы, ну, сделать там спаун для семьи. Мне кажется, это очень круто, потому что именно покупать, знаете, квартиру семьи за репутацию, ну, типа, это такое себе. Тем более, не каждый сможет накопить 25 тысяч репутации. А просто купить себе дом, сделать там спаун, чтобы пацаны с вашей семьи там спавнились. Мне кажется, это реально очень круто. Мне это обновление реально очень понравилось. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.